северном микрорайоне незадолго до полуночи покупатель ограбил продуктовый магазин. Преступник использовал средства устрашения, чтобы забрать выручку. Налетчика продавец видела дважды. Первый раз минут за 15 до нападения. Он вошел в павильон и купил бутылку дешевого пива. Потом появились новые покупатели, и молодой человек вышел наружу. Допив пенный напиток и дождавшись, когда женщина останется в магазине одна, преступник разбил бутылку и вошел внутрь с отбитым горлышком в руке. Его он использовал в качестве холодного оружия, заскочив на морозильный ларь около кассы. Он ногами сюда запрыгнул, и оно треснуло. Подвесил. А зачем он к вам туда запрыгнул? В кассе взял деньги. Много? 4,5. А вы где в этот момент были? Вот здесь. Я его давай отпихивать, ну то есть вот так. А он был в руках, потом я уже увидела с розочкой. Угрожал как-то вам? Да. Он сказал, говорит, не рыпайся, а то сейчас горло перережу. Женщина, хоть и боялась, машинально отпихнула преступника. В потасовке она успела взять крупные купюры из кассового лотка и спрятать их за спиной. Не заметивший этой манипуляции разбойник, вероятно, посчитал, что это вся вечерняя выручка. Довольствовавшись суммой чуть менее 5000 рублей, налетчик выбежал вон, выбросив орудие преступления где-то на улице. Продавец ранений не получила. Убытки коммерсанта суммируются из исчезнувшей части выручки и стоимости раздавленного злодеем витринного стекла морозильника. В нем хранились полуфабрикаты в заводской упаковке. Товар не поврежден. Горячим следам задержать налетчика не удалось. Полицейские разыскивают молодого человека плотного телосложения. Его возраст до 25 лет, он низкого роста. Преступник был одет в бежевый пуховик и темные брюки. С места происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин.